что. Похоже, ты это убил. Наверху! Ого! А это что? Это не наше дело. Соберись. Смотри. Что написано? Что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Они убивают светлых эльфов. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Почему они нападают? Мы ничего не делали. Будут еще. Откуда взялась эта гадость? Да! Что-то сказал? Нет. А, ладно. Еще один фрагмент шифра. Посмотрим, что с ним можно сделать. Ну, мы хотя бы ближе к свету. Стой, это Синдри? Нужно отвлечься. Ничего-ничего, я и пустому трёпу рад. Смотри, там на берегу лодка. Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал?
Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но нас вдруг... их дела не касаются. Гляди, наверное, это и есть храм. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Yeah.
За мной, Атрей! Сейчас вернусь! Возможно, это что-то ценное. Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет.
Заперто. Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы... Ого, тут тоже есть чаша с песком. Прочесть? Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни света найдешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Стало с моряками, которые перепили морской воды. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Она! Она! Я готов. Come on.
А вдруг мост можно починить там? Вроде что-то получилось, кажется. Идем назад к чаше песка. Которые в море слышали голоса. Как ты им помог? Мы бросили их за борт. Ой, ну, хорошо, что я не пил морскую воду. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Нарисуй. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Друга. Что это? Ого, что мы нашли? Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога? Назад, быстро. Это не к добру. Подходи к клеткам. Но почему их заперли?
Приготовься. Надеюсь, не зря. Хитро. Очень хитро. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Ah!
Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага.
Прикрывай спину. У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола. Видно, рядом Нарнирский сундук. Ха!
Смотри, тут еще. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Ты правда сделал его для мамы? О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему маме? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенной. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм Генгур, эйген вегум ханс». Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, сын. Нет, трогай меня! Что? Я не трогал. Ты что? Я потом зайду. Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ с шеи. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Синдри, ты всегда был такой... Чистюли? Если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас много крошечных созданий. Таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда! И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами, с голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Контакт с активным серебром необратимо меняет цвет кожи. То есть навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Неудивительно. Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так себе. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Например? Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. Ну, к делу. Увидимся!
сюда. Мы внутри. Ну, конечно.